Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. Майк открыл боксерский турнир, побывал на шоу мотоциклистов и познакомился с кавказской кухней. Репортаж Сергея Косарева. Слухи о том, что открывать всероссийский турнир по боксу имени Ахмата Кадырова приедет сам Майк Тайсон, ходили в Гудермесе уже давно. Всерьез в это никто не верил. Но боксер, проповедующий ислам, носящий мусульманское имя Малик Абдул-Азиз, друг первого вице-премьера республики Рамзана Кадырова, все-таки приехал. Со зрителями чемпион поздоровался традиционным ассалям алейкум, а потом наблюдал за трюками первого в истории Гудермеса байк-шоу. Мотопробег мира Москва-Грозный совпал по времени с визитом в республику Железного Майка. Такой езды здесь раньше еще точно не видели. Зрители уже почти теряют контроль над собой. Вон они выскочили на поле, исполняют лезгинку, а милиция с трудом пытается очистить дорожку для каскадеров. После шоу Тайсон отправился в спортивный комплекс. Он почетный гость турнира имени Ахмата Кадырова. Вице-премьер правительства республики Рамзан Кадыров пригласил великого боксера, чтобы показать, теперь в республике спорт на первом месте. Кадыров говорит, что скоро великие спортсмены будут мечтать приехать сюда. А Тайсон, польщенный кавказским гостеприимством, обратился к зрителям и участникам турнира. Очень рад, что вместе со своими братьями-мусульманами я здесь. После турнира Тайсон посетил родовое село погибшего чеченского президента и поклонился его могиле. А вечером он стал гостем в доме Рамзана Кадырова, где отведал традиционное чеченское блюдо жижик-галнаш, мясо с соусом и галушками. Сергей Косарев, Вадим Вяземский, Александр Тетрашвили. Первый канал. Гудермес. Если вам понравился ролик, нажмите на рекламу вверху справа от окна просмотра видео или оставьте комментарий.